Здравствуйте, Йор Мухаммед. Здравствуйте. Как ваши дела? Ой, спасибо, хорошо, нормально все. Откуда вы? Мы из города Ташкента. Из города Ташкента. Да. Окей. Вы почему приехали сюда? И можете нам объяснить про нашу команду, чтобы как вы про нас узнали? И вы почему сюда приехали? Какая причина была у вас, брат? Ну, у нас причина была, сын у меня вот заболел, у него опухоль мозга была. Окей. Да, мы там обследовали в Ташкенте. И, нам сказали, что в Индии лучше делать операцию. Okay. После этого мы узнали, что есть Дельшот, Рави и вот, Сабих. Okay. Вот, да. С ними мы связались. И они нам дали анкету. Okay. Пригласительный сделали. Вот мы приехали в Санар госпиталь. Okay. Да. И здесь нам сделали вот анализы, все посмотрели, сказали, что надо оперировать. Надо оперировать. Да, okay. Да. Ну, потом мы, вот, дня 3-4 назад нас сделали операцию, okay. Сыну оперировали. Сейчас все хорошо, все отлично. Окей. Okay. Короче, как вы прилетели, потом сразу консультация была с хирургом? Да, 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 да. Консультация была с нейрохирургом, okay. Доктором Харнарьяном Синхом. Доктор, как его зовут, брат? Харнарьян Синх. Доктор Харнарьян Синх. Okay. Да, Харнарьян Синх. После анализа, например, мы консультацию сделали с врачом. Да, да, мы консультацию сделали. И решили, да. Чтобы надо сделать операцию. Операцию, надо делать операцию. Сказали, okay. Что 97% удалят опухоль. Окей, okay. 97 да, или 8% да, удалили, да, да, удалили опухоль. Окей. Oh. Да, да. Okay. Вы можете нам объяснить про наши услуги и про госпиталь Санар, госпиталь, который международный госпиталь, Санар International Hospital? Ну, мы здесь как вот услуги, уже, как если находились 5 дней, здесь услуги очень хорошие. Очень хорошие. Людей уважают, как настоящего, okay. Уважают, кто бы ни был, вот, они все okay. Уважают то с улыбкой, все делают они. Вы, да. Короче, довольны от нашего услуги? Да, мы от очень довольны услугой, да, Санар госпиталь, мы очень довольны. Uh-huh. Спасибо вам большое, спасибо брат, им за... большое. ओके वन तो जी स्पष्टीबा बोल सकते हैं जा स्वयं इंटरव्यू पर जैसा कि ये अपने लड़के को लेके आए यहाँ पे उज़्बेकिस्तान से और इनको ब्रेन ट्यूमर है जो कि डॉक्टर हरनारायण सिंह ने ऑपरेट किया है एंड दे आर सेटिस्फाइड फ्रॉम सनार इंटरनेशनल हॉस्पिटल एंड जो डॉक्टर सर ने ऑपरेशन किया है उसे भी ये बहुत सेटिस्फाइड सो थैंक यू सो मच